Что влечет нас в путешествие? Сначала желание познать неизведанное, а потом вернуться в те края, где больше всего понравилось. Купаться можно всегда и везде. В золоте солнечных лучей и ароматов цветов. В теплых волнах зноя и в синеве мертвого моря. Самое необычное из морей не устает удивлять и покорять своей красотой. Весь район мертвого моря является заповедной зоной. Это и самая низкая точка земного шара. Уровень моря на 410 метров ниже уровня Мирового океана. Здесь безупречно чистый воздух и легко дышится. А сон крепкий и действительно быстро восстанавливающий силы. Эти природные данные чудотворного феномена человечество использует в своих целях с древних времен. Роскошные отели соединяют в себе сразу множество факторов, влияющих на полноценный отдых. Не перечислить всех плюсов, так как на самом деле они уже давно перешли в знаки умножения. Но самое первое, что покоряет и не отпускает ни на миг, это завораживающая красота, в которой окунаешься и которая сопровождает тебя на все время пребывания в этом дружелюбном королевстве.